долгожданное событие в Торонто. 19 мая в 7 часов вечера в банкетном холле «Националь». Грандиозный концерт патриарха кавказского шансона Бориса Давидяна, Боки и несравненно талантливого Давида Арутти в составе музыкантов-виртуозов из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Монреаля. Лучшие хиты, живой звук, завораживающие танцы и зажигательные ритмы сплетутся в торжестве кавказской музыки. Место встречи – Торонто, 19 мая, в 7 часов вечера. Банкетный холл «Националь». Приходите, будет жарко.